После обеда документ все-таки появился. Одно из самых главных – список территорий, где будет действовать особый порядок. Это районы, расположенные между госграницей Украины с Россией, берегом Азовского моря и линией, которая соответствует Минскому соглашению от 19 сентября прошлого года. То есть Дебальцево, Авдеевка и Волновахский район, судя по всему, в список не попадают. Кроме того, законопроект как таковой особый статус и не предусматривает, речь идет о проведении выборов. Статьи 2.9 настоящего закона действуют со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса, как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины. То есть обещанные Юго-Востоку преференции, такие как использование русского языка, возможность создания свободной экономической зоны и развитие сотрудничества с Россией, реально появятся только после выборов, одобренных Киевом.